Осадков все больше, температура все выше. О глобальном потеплении в Арктике сегодня шла речь на экспертном совете, который в эти дни проходит в Нарьян-Маре. Главная тема семинара – сценарий развития северных регионов России. В числе участников – научные сотрудники, профессора, а также представители ведущих вузов России, Норвегии и даже США. Каждый приехал со своим докладом. Некоторые посвящены не только изменению климата. Что нужно сделать, чтобы жизнь за полярным кругом стала комфортнее? Как сохранить уникальную природу Севера? И стоит ли опасаться глобального потепления? Эти темы стали центральными в первый день работы экспертного семинара. Подобный совет в нашем регионе проходит впервые. Организаторами выступают Государственный гидрометеорологический университет и Университет Северной Айовы, что в Соединенных Штатах Америки. Обращаясь к участникам дискуссии, ректор российского вуза Валерий Михеев отметил, Нарьян-Мар местом проведения масштабного семинара выбрали не случайно. Обсуждать развитие Арктики нужно не в Москве или Петербурге, а непосредственно за полярным кругом. Здесь лучше знают о проблемах, которые волнуют местных жителей. Это на самом деле регион Арктики, и надо, я считаю, большинство семинаров проводить не в столицах, не в Москве, Петербурге, там, в Архангельске, Мурманске, а именно на земле, на арктической земле, тем более на той земле, где также расположены самые наши северные епархии. Чтобы воочию познакомиться с особенностью жизни в Арктике, в Нарьян-Мар приехали порядка 20 экспертов из разных стран. Это молодые ученые, профессора, представители высших учебных заведений, даже студенты. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Наш субъект на совете представляет в том числе вице-президент Российской ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Юрий Хатанзейский. В своем выступлении он отметил, бескрайний Север – особая территория. Эта суровая земля подходит далеко не всем, поэтому те, кто здесь родился и живет, должны чувствовать себя защищенными, в первую очередь, со стороны государства. Начинаешь работать на направлении, понимаешь, насколько серьезно эти вопросы, которые на сегодняшний день выносятся на обсуждение. Мы коренные народы, мы проживаем, проживали и будем проживать на этой территории. Мы научились не только выживать, но мы научились и здесь жить. И нас очень сегодня волнует те вопросы, те проблемы, которые возникают в сегодняшний день, потому что целиком и полностью будут отражаться уже на проживании наших поколений в будущем. После вступительного слова пленарное заседание. Первая тема – прогнозируемое изменение климата и состояние вечной мерзлоты в Арктике. Этот вопрос сейчас как никогда актуален для Ненецкого округа. Непредсказуемая северная погода продолжает играть на нервах граждан. То мороз, то снова оттепель, и это в ноябре. Профессор американского университета Джорджа Вашингтона Николай Шикломанов уверен, всему виной глобальное потепление в Арктике. И хотя за последние 60 лет средняя температура воздуха повысилась незначительно, последствия уже ощутимы. Дальше больше. С каждым годом климат на Крайнем Севере будет становиться все мягче. Естественно, вопрос возникает, что же нам ожидать и когда мы наконец увидим Арктику без льда. Здесь прогнозы разнятся. Согласно самым агрессивным прогнозам, мы можем увидеть первый год, когда хотя бы неделю в Арктике вообще нету льда. Где-то к середине 30-х годов, но в основном все склоняются к тому, что это будет достигнуто где-то в районе 50-х, 60-х годов 21 века. Я хочу отметить, что это не значит, что в Арктике не будет льда. В Арктике лед будет очень долго. Это просто мы будем видеть иногда годы, вернее даже не годы, а недели, наверное, в конце сентября, когда Арктика очистится от льда. Все остальное время ледовый покров все-таки в Арктике сохранится. Впрочем, бить тревогу, конечно же, не стоит. Процесс глобального потепления протекает крайне медленно, и сейчас человечеству точно ничего не угрожает. Следующая тема, которую обсудили участники экспертного семинара – перспективы экономического развития арктической зоны Российской Федерации. С докладом выступили сотрудники Московского государственного университета имени Ломоносова. Так, доктор географических наук Александр Пилясов заявил, пока в Арктике реализуют так называемые мегапроекты – это строительство новых месторождений и все прочее – в глубинках не могут решить банальные проблемы. Профессор уверен, в развитии Арктики нужен комплексный подход, то есть правительство должно уделять внимание не только крупным проектам. Очевидно, что здесь в последние десятилетия доминировал, конечно, взгляд федерального регулировщика. Пример зарубежных стран показывает, что все наоборот, и локальное измерение имеет огромное значение. То есть вот это сочетание глобального и локального
взгляда сверху и взгляда снизу, и какое оно должно быть оптимальное на перспективу десятилетий. Вот эта тема, это серьезный вопрос. Того же мнения придерживается Надежда Замятина. Ведущий научный сотрудник МГУ в своем докладе отметила, если не решать насущие проблемы на местах, речь о развитии Арктики в целом идти не может. Яркий пример – полузаброшенные города с заполярным кругом, которые когда-то считались перспективными. По сути, если бы Нарьян-Мар не был столицей, он был бы очень трагическим монопрофильным городом, потерявшим градообразующее предприятие, и только статус столицы спасает Нарьян-Мар от судьбы его собрата города Игарки, который тоже рос как лесоэкспортный город, и с потерей точно такого же параллели очень много лесоэкспортного предприятия из цветущего города и, по сути, такой витрины советской Арктики, про которую пели песни, писали книги и так далее, превратился в очень печальное зрелище с в несколько раз сокращением населения. Максимально откровенно и конструктивно. Таков принцип дискуссии семинара. Ведь задача участников – обозначить главные проблемы северных территорий, а в дальнейшем разработать сценарии развития арктических регионов. Их озвучат 7 ноября. Завтра – последний день работы деловой части экспертного семинара. Олег Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».